Спорт таит сюрпризы и неожиданности. Вот и на этом первенстве фаворитами заранее считались две титулованные команды – сборные Японии и Советского Союза. Перед игрой советских и кубинских волейболисток многие полагали, что победу одержат более опытные советские спортсмены. Поначалу казалось, что все прогнозы сбудутся. Но тем все-таки, наверное, и дорог нам, и прекрасен спорт, что только в борьбе определяется сильнейший. Вперед выходят дерзкие, темпераментные юные кубинки. Что ж, зал, весь зал аплодирует сильнейшим.